И в продолжении темы наринмарца мэрия вручила ключи от новеньких квартир. Долгожданный подарок получили семьи, которые несколько десятилетий стояли в очереди. Для этой категории граждан в эксплуатацию уже сданы два дома на улице Авиатора. В ближайшее время в эксплуатацию ведут еще один. Всего в новом микрорайоне для очередников построили 102 квартиры. В торжественной обстановке ключи от новеньких 16 квартир семьям вручил губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин и глава администрации Наринмара Татьяна Федорова. Уже бывшие очередники в новые квартиры заедут 18 декабря. Сегодня мы получили ключи, долгожданные ключи. Более 30 лет мы выстояли в очереди. Наконец мы дождались новой квартиры. Волнуемся все. Это лучший подарок на Новый год. В новую квартиру поедем, из старого дома, из старого жилого фонда. Конечно, хороший подарок, мы очень рады. Остальные комплекты ключей, почти 90, также нашли своих хозяев. Правда, получат их семьи чуть позже, когда решатся вопросы юридического характера. Напомню, новые квартиры, всего 102, для очередников построили в микрорайоне Авиаторов. Их общая площадь более 6000 квадратных метров. В квартирах проведены все необходимые экспертизы. Согласно заключению, они отвечают всем необходимым требованиям. В этом году мы должны заселить порядка 100 квартир, и первым квартале, ну давайте побольше возьмем, первом полугодии следующего года еще 218 квартир пойдут на очередь. И так хочется вот такими темпами продолжать строить социального жилья для очередников. Игорь Викторович нам поставил задачу такую. Район, улица Авиаторов должна быть порядка 1000 квартир построена для горожан, как по программе переселения, так и по социальной программе.